15 февраля в 33-ю годовщину со дня вывода советских войск из Республики Афганистан в Десногорске состоялся митинг. Он был посвящен Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Десногорске большое братство воинов, которые прошли дорогами Афганистана. Перед началом митинга они посетили храм всех скорбящих радость, чтобы помолиться за упокой душ погибших товарищей и поставить поминальную свечу. Благочинный Десногорского округа протоиерей Виталий Сладков отслужил панихиду по жертвам войны. Тем, кто прошел горнило этой войны страшной, вам, наши воины, благодарность, что вы молились сегодня с нами. Конечно же, самые добрые пожелания. Крепкого здоровья, мира вашим семьям, благословений Божьих на все доброе, что вы совершаете в своей жизни. И, конечно же, вечная память тем, кто с этой войны не вернулся. Традиционно местом проведения митинга стал Курган Славы. Красные гвоздики к памятнику ветеранам боевых действий возложили участники войны в Афганистане, председатель Десногорского городского совета ветеранов войны и труда Игорь Журавлев, заместитель главы Десногорска по социальным вопросам Александр Новиков и представители общественности. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.